Крыша – один из главных элементов любого здания. Именно она защищает его обитателей от непогоды. А потому к выбору кровли при строительстве или ремонте собственного дома нужно подходить очень серьезно. Где крыша дома твоего? Где крыша дома твоего? Сегодня на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент кровельных покрытий. Гибкая черепица, профнастил и еврошифер. Все это в разнообразной цветовой гамме и фактуре. Разброс цен от 950 до 14 тысяч тенге за квадрат. Плюс затраты на комплектующие. Обычно на них приходится почти 40% от стоимости кровли. Кровля, так же как и сантехника, это не те элементы дома, на которых нужно экономить. На самом деле. То есть можно мебель поменять, никакого труда там, я не знаю, обои переклеить, ну, представьте, крышу, это вообще, и нужно очень серьезно к этому вопросу относиться, как бы не гоняться за дешевизной. Ну, тут каждый человек понимает, что не бывает хорошего дешевого. На выбор кровли влияют не только личные предпочтения и финансовые возможности покупателя, но и тип здания и даже климатические условия. Например, в северных регионах лучше покрывать крышу натуральной черепицей. Ей не страшны негативные воздействия окружающей среды, а соответственно и служит она довольно долго, как минимум 100 лет. Если это простая какая-то кровля, обычная, нежилая, ну, люди предпочитают, я всегда советую металлочерепицу. Там как бы быстро все монтируется, удобно эксплуатировать и тому подобное. Если это мансардного типа, то есть жилое подкровельное пространство, мы всегда рекомендуем битумную черепицу. Почему? Во-первых, не шумит от дождя, то есть более комфортное проживание получается в подкровельном пространстве. Второе, не нагревается, как металлочерепица. И практически нет отходов при укладке кровли. Чем сложнее конфигурация крыши, тем дороже ее покрытие. В этой связи еврошифер – оптимальное сочетание цены и качества. Его с легкостью можно монтировать на любые нестандартные поверхности. Он не ломается на сгибах, не выгорает на солнце и обладает хорошей шумоизоляцией. В среднем гарантия производителя – 15 лет. Однако при грамотном монтаже еврошифер может прослужить и полвека. Бельгия – единственная фирма в мире, которая дает платиновую гарантию. Там за 10 лет, если что-то по вине компании, какие-то проблемы с кровлей, они полностью возмещают транспорт, демонтаж, монтаж и тому подобное. Качество крыши на 90% зависит от правильной укладки кровли. Поэтому не стоит экономить на монтажных работах. Лучше доверить этот процесс специалистам. И тогда ваше покрытие выдержит не только порывистый ветер, но и обильный снегопад.